К другим вестям. В Ульяновске 6 рабочих бригад круглосуточно проводят ямочный ремонт. Об этом сообщили сегодня представители администрации Ульяновска. Только в минувшие выходные дорожники литым асфальтобетоном устранили неровности на полосе движения, ведущей из Заволжья в правобережную часть города. Работать стараются ночью, чтобы не мешать движению. Холодным асфальтобетоном яма ликвидирует 5 бригад. Такую работу уже выполнили на перекрестках улиц Шолмова-Камышинская, 12 сентября Пушкинская, проспектов Созидателей Ульяновские, Созидателей Туполева и Туполева-Авиастроители, а также на повороте на поселок Дачный. А в настоящее время темпы ремонтных работ пока невысоки, потому что очень сложно технологически, надо изолировать от воды, очистить, осушить. Поэтому, например, в январе работали там всего порядка 30 квадратных метров сделано, в феврале около 60. Вот за 18 дней марта уже было сделано 200 квадратных метров. По литому асфальтобетону работаем в основном ночью, когда уже подмораживает, влаги нет, работа получается быстрее. Там где-то порядка 570 квадратных метров вот за первые две декады марта выполнили. Сегодня бригады работали на Московском шоссе, в поселке Дачное, на проспекте Ульяновском, улицах Гагарина, Орлова, Гончарова и Дмитрия Ульянова.